Армения должна быть готова к возможным плохим сценариям развития ситуации на границах республики после обострения на армяно-азербайджанской границе. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян. Переговоры продолжаются. На данном этапе окончательного результата нет. Уверен, что мы достигнем развязки. Мы желаем решить ситуацию мирно и готовы вести переговоры в спокойном режиме, но также должны быть готовы к возможным плохим сценариям, сказала Авинян журналистам в городе Гарис Сюникской Зангезурской области. По его словам, при развитии плохого сценария Ереван ожидает содействия своих союзников. Авинян также сказал, что важно адекватно реагировать на любую ситуацию и не преувеличивать реальность.